Дай аккуратно. А. Включить же надо. Звук такой тихий. Так, что-то у меня, по-моему, справа-лево. Ова, авария. Твоя тачка. После ремонта. Так, ну-ка. Вроде все нормально пока. Запихнись, а то осталось опять. Нифига, у него подвес. От ударов, переворотов. Вот здесь ломается, там то да сё. Алюминий все-таки, естественно, он легкий и прочный. Сейчас еще 2S у меня только аккумулятор. Сейчас 3S поставлю в самолет. Сколько он мощный? Тут 6 ампер. Очень так-то мощный. Да, мощный. Да он зацеп слабый сейчас. Видишь, она буксует. Если я буду... Вот если на полную тут вот разогнаться, то есть колеса буксуют. Ну дрифт, как бы дрифт. Есть дрифтовые такие. Я видел. Правая гонка тоже дрифт. Ну. Не хуже настоящих. Да. Сейчас колеса я еще взял другие, монстровые. Эти для шорт-корс как бы. А там монстровые, они больше. Ну да. Я говорю, у нас все как у настоящей почти. Это, а там как гонки проводят? Там камера что ли стоит? Или так зрительно? Ну, в смысле камера стоит? Нет, мы гоняем вот допустим гонки. Здесь кольцо делаем, ну флажки или что там. Как бы понимаешь, на старт и все как обычные гонки. И зрительно только этот смысл. Ну да, зрительно, конечно. А когда камера на машинке, смысла нету. Там ничего, плохо видно это. Конечно. Да, она дергается сейчас там. Ставят некоторые, у кого там подальше, там, типа, далеко. Ну как сказать, даже я не знаю, это смысла такого нету большого в этом. А сколько у нее этот, дистанция? Ну тут. Глаз пока хватает, видит. 2 метра.
Нет, метров 150, по-моему, что ли, по паспорту. От аккумулятора зависит. Вот в этой штуке. Есть до 500 метров, а есть до километра пульты вот эти. Они все по-разному. Есть багги там разные. Насколько хватает аккумулятора? Проверяешь? Ну как, насколько там, сколько сейчас зарядов, посмотрим. Ну хватает на гонки такие, как бы 7.30. Ну мне этот тест как бы показывает, сколько осталось. Ну как тут, у меня 3 аккумулятора. Поставил другой, поехал дальше. Можешь вообще купить их несколько сразу. И хоть целый день катай. Да, что-то у меня амортизаторы, конечно, не годятся. Надо переделать, все будет потекло. Не знаю. Были упругие, сейчас провалились совсем. Нет, там масло. Надо заказывать. Масло купил в этом. Ну обычно силиконовое для типа смазки этих. О, нет, он стучит, стучит, видишь, чашки. А вот у меня было. Да, оно все слишком мягко, вязкости нету. Там они повязки. А машина, наверное, или не подойдет? Нет, тут надо не машины, силиконовые надо. Оно силиконовое называется, но повязкости разные там. Это 100 вот, а надо где-то 600-700. Мне до 3000 там, по-моему, вязкость. Ну, тут даже на один заезд не хватит. Тут даже не заезд, как бы, оно продавилось там. Видать, просочилось слишком вязкое, когда... Ну, ничего, ездит. Так, что сломать я могу, если так сейчас из амортизаторов... О, все. Аккумуляторы старые, не заряжал я их просто. Давно не выезжал. Сейчас другой поставлю. Да, совсем просели. Видишь, как пистолет. Видишь, как рулишь. Видишь, там летучие вот эти фигурины. То летают квадрокоптеры. Рулевое управление удобно? Ну да. Ну привыкнуть, привыкнуть надо, конечно. Не сразу так вот. Ну надо почувствовать, как бы, как, ну как, ну, на машине, как научиться машине ездить, да. Так же и здесь, потому что она на тебя едет, меняется поворот же. То есть от тебя ты крутишь сюда, она вправо, а когда на тебя ездит, ну то да, есть тут уже надо ориентироваться сразу. Потому что по как сказать, ну когда вот, тут уже полно в районе, ты машину набрали. Тут 10, наверное. Молодежь разбивали, конечно, многие. Тормоз там включить вовремя не получается, там или поворачивать не туда. Вон! Ну так и скорость легко. Да. Да как, я говорю, вот как вот специально в этот ворота не въедешь, понимаешь? А вот у них получается как. Как магнитом тянет. Магнитом тянет. Блин, совсем амортизаторы, конечно, да. Ну ладно. Придется переделать. Я, это вообще средний газ только. Тут она уже на полный, я боюсь. Да, это, конечно, трес уже другое дело.
Вот что делать, колеса раздувают. Да. Да, трес совсем по-другому. Это у вас такое устройство, да? Да. А как это вот у вас называется? Пульт бессонный, как я не знаю там, передатчик. Да, но трес опасный, конечно, тут уже. В ремонте все, в ремонте. Ну как все взрывет. Да нет, это ты то же самое все. Корки меняются просто и все. Ну-ка я сейчас там. Так, ну-ка. Насколько резину раздувается совсем, по-моему. Так, не отклеится она где-то. Нет. На полную, даже боюсь, она отлетит нафиг резину. Да, сильно дует ее. Она вообще раздулась, она лопа превращается, пускай. Надо резать. Я еще не дырявил ее, надо дырки сделать у нее. Да, уже остановить ее проблемно. Сразу не останавливается. Да, дует сильно колеса, черт. Блин, надо, конечно, плохо. Так, амортизаторы все просели полностью, блин. Держи, если хочешь покататься. Да, масло надо другое. Так, ладно, еще колеса на другие поставить сейчас. Попробовать. Монстр, монстр. Ну-ка. Ой, сейчас другие колеса. Трес и колеса. Ну проверим. У этих зацепа нет совсем. Эти круче или те? Те. Те? У тех зацеп лучше совсем. Как по льду. На этих только дрифт. Вон они сразу. О, и чё? Нет, совсем они не рулятся. Совсем не крутится. Крутится, крутится, но не рулится. А? Плохо рулится. А? Ой, да, с теми не сравнишь. Слава, все равно не догонит.
бегаешь. Не едет почти. Если она бы сейчас была вся белая, ее бы никто не знал. Ого! А вы самый крутой поворот сможете сделать? Да. Прикольно прокатились. Совсем зацепа нет почти. Амортизаторы совсем сдохли. Почти лежит машина-то. А когда она там прыгнула, она вот так еще. Когда?